Зачем задумал? Я уже не знаю, у меня столько цветов. Есть чем в голову. Я, да, я вспоминаю, сколько у меня есть цветов, и что куда вставить. Вот. Это тоже дилемма. Ну, мне нравятся и те вещи, даже не знаю. А оранжевый какой-то... А, тут есть. Написано. Ну, оранжевый. Если чем задумался, да. Короче, по-другому. Нет, надо брать такие неправильные. Правда? Что видишь? Ты мне цветочек занес. А что закруглённое, что это не все по 13, да? Берите, покажите, никого нет. А я беру, я просто, видите, я думаю, что, какие мне, какой формы лучше. Мне же интересно. И этот интересный. Вот этот мне нравится. О, вот такой я возьму. Тоже на пикун 13. Что тут на это и на этом газоне. Такой, наверное, еще один какой-нибудь. Так, у меня это один. Один. Вспомню. Один уже. Еще один поменьше, наверное. Закупленный такой белый палку. Лучше закругленный или лучше квадратный? Игорь, отвечай. Да, у тебя ответ не по цвету. Вот этот лучше. Какой? Тут по-моему лучше. Ну да, я имею в виду, вот этот побольше, а чуть поменьше. У тебя два таких? Вот я думаю. 52 оранжевых. Я тоже думаю. Все их поставлю так, да? Ой, вот я возьму. Это хорошие. Можно еще один. Квадратные. Это нет, тут не такие, а потом вот почему-то.